Всем привет и доброго времени суток. Сейчас я пройду в магазин, где продаются потерянные посылки и которые вернули посылки. Это с Amazon. И сегодня вторник, они продают каждую вещь за $1. Это неважно, может быть, вы встретите, найдете вещь, которая стоит $50, да, но вы купите за $1. Вот, и люди набирают много-много вещей, коробок всяких, коробки бывают, они закрыты, их нельзя самим открывать, они дают специально человеку, человек, ну, работнику открывает коробку аккуратно, и клиент смотрит, нужна эта ему вещь или нет, если не нужна, то он оставляет ее, вот, а сам он не может открыть эту коробку, нельзя. Вот, и там, конечно, это все пыльно-грязно. Я взяла вот такую одноразовую резиновую перчатку. Вот, так как я была там 2-3 раза, у меня все руки были пыльные, грязные. И вот все-таки с перчаткой лучше ходить. Так у них в разные дни, в разные цены, но именно по вторникам вещь $1 стоит. Любая вещь. Вот. Я так поняла, что некоторые люди, они приходят и ищут именно вот какую-то хорошую, дорогую вещь, и потом ее продают на Amazon, опять же, или на eBay. Вот. Поэтому люди на этом тоже и зарабатывают. Этот магазин называется Daybean Store. Там при входе можно взять сумку, но я не буду брать, так как я не думаю, что я найду что-то полезное для себя. Целую кучу не буду набирать. Вот по субботам написано $7, по пятницам, ой, по воскресеньям $5, понедельник 3, Tuesday, это вторник, сегодня $1, и в среду $10. Thank you.
Здесь люди открывают свои коробки, смотрят. Thank you.
Для себя я ничего такого не нашла, но люди достаточно много набирают, и много народу там целыми сумками набирают. Потом они сидят на полу, это все разбирают. Почему они так делают? Потому что может кто-то другой взять эту вещь. Поэтому сначала человек набирает вещи, нужно это ему или не нужно, а потом сидит и спокойно рассматривает и решает, надо это ему взять или не надо это ему взять. Спасибо всем, что были со мной, посмотрели. Пока-пока!